Вот рвется, видимо, домой парень. Ну, куда? Никуда тебя не отпустим. Мы продолжаем знакомить вас с питомцами, которые волей судьбы оказались в Минском пункте временного содержания животных. Так, вот такой вот парень еще у нас в наличии. Непослушный, растерянный, одуренный, не понимает, что с ним получилось. В целом, пес очень добрый, контактный, хорошо реагирует на человека и ласку. Возраст года 2. Большое у меня подозрение, что где-то от хозяев сбежал, парнишка в отлов попал. В его большом теле есть что-то терьеристое. Хорошо подойдет. Вот как раз деревенско-коттеджный вариант. Вольеры для охраны, в дом зайти побоятся воры с таким собакой. Обратите, пожалуйста, внимание и на эту брюнетку, настоящую багиру. Хорошая, ласковая девочка, очень контактная. Ребенку где-то около года, плюс-минус, ну, скорее всего, плюс, может, до полутора лет. Собака небольшая по росту, замечательно подойдет в квартиру. Диванно-обнимательный, целовательный вариант. Почему хозяева сдали отказ? Опять-таки, те же банальные причины. Голова болит и жизнь не удалась. Девочка очень ласковая, послушная. Ее воспитанием особо не занимались. Но при хорошем хозяине и собака всегда воспитана. Базовых команд не знает, но очень идет на контакт и готова учиться. Вот. В любом случае, вот такого вот ребенка взять, поверьте, счастье в доме поселится. Хотим пристроить и вот этого молодого парня из отлова. Очень активного, но тоже немного запуганного. Судя по мордочке, жизнь его потрепала, собаки покусали. Ну, уже все возможные сроки отстоял, никакого риска каких-то заболеваний нехороших в плане бешенства у него нет. У него хороший нюх. Он стремится рыть норы, душа просит полета. Контактный, понимает, что людям от него надо. Вроде как и боится, но если гладят, значит так надо. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.